современная мама? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно посмотреть на участниц конкурса – женщин, ожидающих появления малышей. Перед самым выступлением им необходимо было пройти маленькое испытание. Нужно было написать письмо малышу, обращение. Это очень, конечно, ответственный момент был, потому что, ну, честно говоря, очень много эмоций. То есть это и слезы были, как бы, и проникновение вовнутрь себя, как бы, да. Ну, мне очень понравилось письмо малышу, то есть я почувствовала даже какую-то связь между ребенком и мной. А еще ангарчанкам необходимо было поучаствовать в фотосессии. Сегодня эти работы украшает фойе ДК. Будущие мамы, забыв о стеснении, выходили на сцену. Полина Леснова – бухгалтер. В декрете, как она сама призналась, засиделась. Женщина ждет уже второго малыша. Наверное, каждая женщина должна себе все равно хочется где-то, наверное, себя реализовать, да, показать. А не так, что ты беременна и все спряталась и сиди дома. Поэтому, кажется, да. И что, в принципе, женщина беременная, она точно такая же, да, как и все, как обычный человек. Поэтому вот это здорово, что есть такие конкурсы. Все участницы покорили зрителей своей красотой. Поэтому судьи конкурса не решились выбрать только одну Мадонну. Вместо этого каждой присвоили свой титул – божественная, юная, изящная, очаровательная и неповторимая. Мария Константинова, Владимир Селиванов. Местное время.